О спорте. 364 дня осталось до 22-х Олимпийских зимних игр и 392 дня до Паралимпийских. Продажа билетов уже началась. А вот купить их россияне и официально проживающие в нашей стране иностранцы могут лишь на сайте Оргкомитета «Сочи-2014». Он выступает единственным продавцом билетов на Олимпийские игры. Что касается других стран, то приобрести такой документ возможно только у официальных билетных агентов. Они назначаются Национальным олимпийским комитетом в своей стране. Наряду с билетом все зрители должны будут иметь при себе еще и паспорт болельщика при проходе на соревнования. Это обязательное условие допуска на место проведения состязаний. Между тем, начался обратный отсчет предолимпийского времени. Накануне в крупнейших городах России запустили олимпийские часы. Они были установлены и в Нижнем Новгороде, на площади Горького. Торжественную церемонию открыл полпред России в ПФО Михаил Бабич. Олимпийский таймер показывает точно вплоть до секунды, сколько осталось до главного спортивного события страны. Это конструкция длиной 4 метра. У нее два жидкокристаллических дисплея. С одной стороны отсчитывается время, оставшееся до Олимпиады в Сочи, а с другой – до Паралимпиады. Такие проекты, они под силу только великим державам. Мы слышали и в средствах массовой информации, и, как говорится, за рамками официальных обсуждений, то восхищение, которое сегодня выражают члены Международного олимпийского комитета, Исполнительного комитета игр, тем объемом работы, тем качеством работ, которые проведены сегодня в Сочи. Поэтому, конечно, хорошее настроение, уверены в том, что и олимпийские объекты будут высочайшего качества и высочайшего уровня, ну и, конечно, то, что наши спортсмены покажут лучшие результаты.